Привет, с вами Догма Мани и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. Ну, с ними-то вы уже знакомы, а теперь устраивайтесь поудобнее, и я потихоньку начну знакомить вас поближе с остальными героями нашего блога. А их много, очень много, очень-очень много. Сегодня мы познакомимся с великолепной парочкой. Русские псовые борзые, ведьма и любезный. Ведьма, так уж ее назвали. Ведьма – это любовь Эйвена и многих наших зрителей. Как-то раз один наш подписчик просил: больше этих дроидов. Борзые действительно немножко смахивают на дроидов. Но в жизни ведьма очень скромная, интеллигентная и грациозная собака. И очень спокойная. Просто воплощение грации. А еще она отличный прыгун с места, умеет открывать двери и любит играть с мелкими. Ведьма – лучшая подруга любезного, ведь они одной породы, но они всего лишь друзья. Кроме того, что любезный кастрирован, у ведьмы есть другой поклонник. Кто смотрел наш ролик про историю любви Эйвена и ведьмы, тот знает, что Эйвен тайно в нее влюблен. Нет-нет, вы не подумайте ничего плохого. Конечно, речь идет об абсолютно платонических чувствах. Надеемся, в скором времени Эйвен наберется сил и пригласит свою возлюбленную на свидание. Ну что ж, вот такая красавица наша ведьмочка. Не пожадничайте и поставьте ей пальчик вверх. А теперь знакомьтесь, это ее друг Любезный. Да-да, это тоже имя. Любезный просто шикарно бегает, как в принципе и положено борзой. И зимой, и летом. И прыгает. Опа-на! Вот так вот мы прыгаем. А еще Любезный ходит на задних лапах, катает столики с едой и очень любит спать со своей подушечкой в обнимку. И целоваться с ней. Может быть, ему просто одиноко? Хотя вряд ли, ведь Любезный более активный, чем ведьма, наверное, потому что он мальчик. Он душа компании. Где все собаки, там и он. И неважно, кто эти собаки, вельшкорги или малепусечные для него йорки и чихи. Кстати, этот прекрасный парень был подарком на день рождения. Ну скажите, кто не захочет такой подарок? Этот красавец с шикарной шерстью и хвостом настоящий интеллигент и тоже очень грациозен, как и его подруга. И очень любит гладильки. Ну а кто не любит гладильки? Так что не жадничайте и подарите ему тоже свой лайк. И да, эти ребята, наверное, самые быстрые едоки в нашей семье. А в следующих выпусках я познакомлю вас с нашей крейзи бандой вельшкорги кардиганов. А может, стоит с каждым по отдельности? А еще с самым добрым синбернаром, котиками, кошками, птичками и другими животными. И если вы у нас впервые, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить это зрелище. Пишите в комментариях, кто вам нравится больше, любезный или ведьма? И про кого хотите следующий ролик? Любите своих питомцев, и будет вам счастье!